Ребята, всем привет, с вами Александр. Решил тут заглянуть в гостевой аккаунт. И вот у нас здесь статуэточка Альфы. Кстати, она у нас получается, что в прошлый раз тоже была на Хэллоуин. То есть это у нас раз в году получается такое событие будет. Только на Хэллоуин, да? Вот тыковка у нас стоит. По-моему, ее раньше ж не было. Так, да, ну и мы, конечно же, идем сражаться с Альфой. Так, ну поскольку это у нас второй аккаунт, здесь у нас все открыто. Так, ну здесь мы тогда сразимся для начала кем? Эрлифозавр, Церазинозавр и Юдон. Ну вот так, в принципе, по силе удара они у нас и выстроились. И давайте будем нагибать. Так, проследим на этот раз, как у нас будет расти сила удара. Так. 200. Было 200. Теперь 400. Ну, то есть, ну, удваивается, да? Ну, ты хитер, гаденыш. Ну, у нас-то 9000 жизней. Ха-ха. Блин, я взял 30-го церазинозавра, ну ладно. 2. Ну, ладно, перестарался. Так, может ли он меня сейчас уже пробить? Да, уже может, у него будет 800. Ууу, да, сейчас он, короче, нагнет, наверное, эрлифозавра. Не, не хватит. Давайте мы тоже сделаем так. А вот 6 баллов ему, наверное, уже хватит. 6 и 8. Да, блин, гаденыш. Эх, на единичечку поставил бы в защиту, и было бы все шоколадно. Так, ну мы здесь как бы по-быстренькому, скажем так. Ну, я просто без разницы, сколько ставить. Он нас все равно не проатакует, и защиту у него нет. Ну, 4 на 4. Так, этого пробиваю. 1200 у него сила удара. Сейчас будут 2,5, да? Нет. Плюс 400 всего лишь идет. Так, ну я выжил. Ха-ха. Не ожидал такого, правда ведь? Так, ну и церазинозавр намного крупнее смотрится, чем Альфа. Так, атака на все 5, это нам не страшно. У нас главный боец в этой битве Юдон. А вот Юдон примерно таких размеров. Блин, всего лишь за один я пробиваю его. Прямо аж как-то обидно. Так, 1600. Двушечка. Да, по 400 ему добавляется. Давайте немножко посидим в защите. 7-7-7. Атака на 6. Отлично. Пробиваем. Ну, этого босса несложно раскочегарить, там, до 20 уровня, в принципе. Ну, и атакуем по полной. Так, я в своем аккаунте я по 16 тысяч, да, 16-18 было у меня 2 боя. А здесь, короче, один удар был только 44 тысячи. 2900 на 2900, смотрите, одинаковое количество жизни и сила удара у Омеги на данный момент, на 8 уровне. Там на 55 очков отличается.
Так, ну и настало время взять троих индорапторов, я думаю. Пока еще с ним можно что-то сделать. Делаем вот так вот, ребята. Три индораптора. Один удар, один труп. Это мне нравится. Так, а ему нужно три удара. У нас хорошее преимущество. Каждый индораптор один к трем практически. Так, ну вот теперь вот он уже на следующий ход нас может пробить. Я думаю, он как раз на три сейчас нас и проатакует. А, у него два. А, вот это было как-то глупо с его стороны. Защититься я уже не мог, потому что у него будет три, а у меня всего лишь два балла, то есть он бы меня пробил уже. Так, левел 10. Вот до этого уровня дошел в своем аккаунте. За три боя. Здесь, в принципе, за один практически. Так. Ну, пока мы его пробиваем за один удар, это вообще, короче, изи катка. И это будет длиться у нас еще где-то уровня до 15-го, да? Ну, попробуем так. Ну, перестарался даже, да? Ну, ладно. Так, выживем ли мы? Вот в чем вопрос. У него уже удар, дай боже, скоро нас догонит. А, удар не растет. 490, ребята. Только я не знаю, сколько у него баллов осталось. Да, лишний потратил. У него не был... Один балл всего лишь был, да, лишний балл потратил. Три из пяти. Так, у него два балла осталось-то. Ну, понадеемся. Это 14-й, ну хотелось бы еще 15-го увидеть. Так, ну у него хватит, не хватит. Сколько у него там баллов? 6. Да, 6. 6. Черт. Одного балла не хватило нам, ребятки, чтобы дойти до 15-го. Ну ладно, я тут как бы не старался, по-быстренькому пробежались, так сказать. Но максимальный удар мы знаем. 490. И 71 тысяча. Вот такой вот удар. Так, ну на 7 же я проатаковал. Нет. Не проатаковал здесь. Ну, ладно, ребяточки, в общем-то, по возможности еще что-нибудь сниму про альфы. Например, там с амфибиями, как он смотрится. На этом все. Всем пока.